Машинка разлетается. Машинки нехорошо становятся наши. Вот, да, видишь, пофигу. Зомбарю на наш ускоритель, к сожалению. О! Давай. Сколько у нас там получается? Да, еще дофига ехать. Ох-ох-ох-ох, куда мы заехали? Смотри, нормально. Первый раз сюда мы... Ай-яй-яй, упали вниз. Ну, ничего страшного. О, ускоритель утерян. Да как так? Ускоритель утерян. У нас еще было много ускорения. Ладно, будем ехать на таком... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». Ой, отлетело сразу. Сразу же отлетел наш... Этот самый, как он, господи? Автомат. Ой, что-то вообще нехорошо машинки. Что-то она вся разлетелась. Да. Ну, хоть этот самый ускоритель у нас еще есть. Ой, давай, давай, машинка, давай, ускоряйся. Во! Чуть-чуть осталось ускорителя. Да, все, теперь ускоритель закончился. Вот, все, нет ускорителя. Проехали мы быстро, смотри. Но машинки уже не очень хорошо. Вот. Ну, интересно смотрится автомобильчик. Прям интересно, у нас хорошо хватает еще. Ой, нет. Не хватило у нас тяги доехать, долететь вперед, туда, наверх. О! Зомбаки, строители, строили всю ночь, строили. Но немножко не достроили. Поэтому все, пускай отдыхают. Я сейчас попробую доехать до бензоколонки второй. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Зомбак, ты что сюда приехал? Ой, ты что пришел сюда, мне мешаешь? Все, бензин кончился, доехал я, спасибо, ага. Едем дальше. Давай, знаешь, что мы сразу колеса купим? Все, максималочка, колесики. Все, колеса мощные у нас. Опа, опа, опачки. Давай, давай, вперед, машинка. Все, рассягачилась. Ускоритель утерян, да ну нафиг. У нас только было еще много. Блин, мы домой на одном колесе едем, ребята. Ну давай, ладно, так. Бензинчик-то. По идее, у нас бензин должен поменьше расходу делаться, потому что у нас полмашины нету. Поэтому нормально мы должны ехать. Давай, давай. Ай, перевернулись и застряли. Мы реально застряли. Не могу ничего делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, капец, кранты. Сейчас нас зомбак сожрет, ребята. Ай-яй-яй. Все, ладно, жри. Че ты упал-то? Че ты упал? Давай, жрал бы, да и все. Ничего не можем купить. А, нет, мы купим сейчас движочек. Вот. Все. Едем. Так, сейчас будем аккуратненько ехать, попробуем. О! Чтоб машинка наша до конца не разлетелась. Будем аккуратненько, аккуратненько, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, а все равно. Смотри, автомат-то не выдержал, к сожалению. О! Ускорителя много. Давай-давай. Ускоряемся. Во, полетели. Ух ты, нифига, врезался куда-то я. Так, здесь вниз, это я помню. Ох ты, нифига, что там улетело у меня? Защита. Защита у меня улетела. Капота. О! Ох ты, к сожалению, ускоритель закончился, ё-моё. Ну давай, машинка. Покажи, на что ты способна. Вот здесь подъемчик будет такой не очень комфортный. Сейчас посмотрим, доедем мы или нет. Я достаточно-таки аккуратненько пытался ехать. Сейчас посмотрим. Доедем, не доедем. Бензинчик, в принципе, еще пока есть. Ну ладно, доехать-то немножко осталось. Сейчас посмотрим. А, да, в принципе, доехали, смотри. Во, впритык. Да. Доехали мы впритык. Хорошо. Получили немножко денежек. Вот, смотри, как мы. Вон как, интересно, как мы будем ехать дальше, вот мне интересно. Так, что мы можем приобрести? Ничего, автомат. Оружие, давай купим. Едем дальше. Посмотрим, что здесь, да как. А, туннель, смотри, нифига, какой туннель мощный. Тут надо немножко ускориться. О, нормально, в принципе, нормально. А, у нас, смотри, тут сплошные тоннели. Интересно. Реально сплошные тоннели.
Офигеть, это у нас последнее, последний заезд же, ребята. Одни сплошные тоннели. Так, что у нас там получается? Машинка, как она себя чувствует? Не очень хорошо, я смотрю. Опа, нифига какой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично написано. Ничего хорошего нету. Мы падаем прям вообще. Все. Машинка-то наша. Прям конкретно ей нехорошо становится. О, давай улетим от этого зомбаря. О. Так, у нас еще, смотри, больше половины ехать надо. А уже у нас закончится бензик. Сейчас посмотрим, сколько у нас там бензика можно купить. О, так не сильно и много. Что ж, да и денег у нас, смотри. Что мы можем купить? Мы можем купить оружие. Давай купим. Все, это максимум. Ну что ж, поехали. Максимум, что мы смогли купить. Так, здесь мы проезжаем. Я хочу проверить, без ускорителя нормально. Да. Сейчас я попробую. А я сейчас знаю, что сделаю? Я сейчас попробую вообще ускоритель не пользоваться ускорителем. И посмотрю, докуда мы можем доехать без ускорителя. А если что, мы ускоритель используем в конце. Вот. Бензик, бензик, бензик у нас. Да, без ускорителя, конечно, вообще тяжело тут проехать. Но мы сделаем такой эксперимент небольшой. Вот здесь, смотри, мы падаем вниз. Давай, немножко включаем на газ. Ой-ой-ой, зачем я включил этот ускоритель? Нет-нет-нет, здесь без ускорителя должен пользоваться. Хочу посмотреть, докуда я могу доехать. А, пофигу. Да, смотри. Вот и бензик заканчивается, как раз в этом месте. Да, ускоритель ничего не дает, абсолютно особо. Ух ты. А хотя, в принципе, что-то додавал. Ну, у нас ускоритель утерян. И вообще, машинка разлетелась нафиг в дребезги. А, бензик покупаем. Топливный бак увеличиваем. Хорошо. Сейчас мы проедем. Проедем это место. Вот. Ух ты, блин, смотри, включил ускоритель и застрял. Почему? Вопрос. Должен же был еще быстрее проехать. Нет. Колеса застряли. Может, маленькие кастрюли колеса? Да купим новые, большие. Не вопрос. Вообще не вопрос. Ускорителя-то у нас он вообще много. Давай, давай, ускоряемся. Вот здесь прям вообще можем взлететь и по-хорошему. Есть такая возможность. А, все, возможность закончилась. Ускоритель закончился. Ладно. Бензин-то есть. Будем аккуратненько спускаться здесь. Все хорошо. Вот, поднимайся, давай, машинка. Вперед. Зомбаки, не мешайте мне здесь. Уходите. Все, тачка начинается гореть. Давай, 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 давай. Автомобильчик наш. Всех зомбаков сейчас зафигачим. Вот. Видишь? Зомбаки мешают нам. Давай, чуть-чуть, вот. Сейчас вниз. Ух ты, машинка вообще разлетелась. Офигеть. Бензин закончился, ё-моё, чуть-чуть тогда осталось доехать. Надо, короче, знаешь, что улучшать? Коробку передач. Ну, опять закончились деньги. Денег, к сожалению, не хватает. Всё, ах ты, блин, да что такое? Ладно, можем и снизу проехать, ничего страшного. Вот, а снизу даже круче было, смотри. Вот, в принципе, не так уж и страшно вниз, внизу. Вот. Давай, давай, давай. Побольше бы. Ускоритель. Ну, ускоритель, зараза, кончается. Он не вечный. Все, закончился. Такой у нас, знаешь, похоже на синий трактор. Белорус. Белорус называется, да? Синий трактор. Или нет? Кажется, белорус. Давай, 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 машинка. Вот, синенький такой вот белорусик. Ой, зомбари, зомбари. Давайте быстренько мне. Проезжай, машина. Мочи этих зомбарей. Ух ты, вот это прям какой-то спортсмен, смотри, видишь? Бежит, мешает. Все, застряли. А ну-ка. Давай, а, давай, давай, давай. Вот, хорошо, прям нормально. Бензик еще есть. Нет, все, уже нет.
Ну, что мы тут можем купить? Коробку передач? Давай, допустим. Да. Интересно прям. Машинку там... О, давай здесь быстренько проедем. Во. Что у нас тут? У нас еще, видишь, автомат срабатывает. 18 патронов еще, куча. Давай, автоматик, давай, работай. Отрабатывай. Убивай этих зомбаков. Все, патроны закончились. Да ё-моё. Патроны закончились, и как раз он... Знаешь, было бы еще круто, знаешь что? Чтобы автомат вот этот был еще и назад стрелял бы. Потому что тут есть такие противные зомбаки, которые вот сзади бегут. Отлетел у нас автомат. Сзади зомбаки, которые вот бегут, а то они противные. Так бы он бы их еще сзади бы отстреливал бы этих зомбаков, было бы нормально. Он, видишь, бежит, этот спортсмен нафиг. Я от него пытаюсь убежать. Вот, а он... А он бежит меня все время догнать хочет. Вот этот особенно спецназовец, смотри. Тоже достал меня уже. Опа, ускоритель закончился. Ладненько. Что у нас здесь? Скоро закончится и бензин. О, смотри, мы, в принципе, далеко проехали. Вот, все, бензин закончился. Ё-моё, чуть-чуть осталось. Осталось же совсем чуть-чуть. Что мы можем здесь улучшить? Пока ничего не можем. Двигатель, ну, мы не будем пока улучшать его. Подкопим на бензобак. Во! Я не помню, у нас там колеса можно было улучшать или нет еще? А, смотри, кстати, сзади бегут зомбаки, когда я включаю ускоритель, ускоритель их убивает. Они типа там сгорают, что ли? Смотри, сейчас подождем, когда вот зомбаки будут идти сзади. Вот я включу. Давай, давай. Я включу этот самый ускоритель, они сгорят нафиг, смотри. Сейчас, сейчас, когда... Вот, сейчас, вот, смотри, оп. А, нет, нифига не сработало. Ладно, я думал, теория такая, что сработает. Ничего страшного. Давай, давай, ускоримся. Во, отлично, отлично. Да, машинка разлетается. Машинки нехорошо становятся наши. Вот, да, видишь, пофигу. Зомбарю на наш ускоритель, к сожалению. О, давай. Сколько у нас там получается? Да, еще дофига ехать. Ох, 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 куда мы заехали? Смотри, нормально. Первый раз сюда мы... Ай-яй-яй, упали вниз. Ну, ничего страшного. О, ускоритель утерян. Да как так? Ускоритель утерян. У нас еще было много ускорения. Ладно, будем ехать на таком... Блин, мы встряли. А что, у нас бензин закончился? Да, закончился бензин. Вот, потихонечку. Сейчас мы будем что-нибудь развивать. Ну, пока. Сейчас подождем. Сейчас еще раз проедем быстренько. Надо будет. Я хочу купить. Двигатель мощнее и этот колеса. Если такая будет возможность, конечно. Ой, все, что-то я встрял. Ой-ой-ой, давай, давай. Ой, что-то я встрял, ребята, нафиг. Ну. Ну, давай, давай, давай. Все, перевернулось. Поехали. Да тут столько много мусора вот этого, понимаешь? Машина все встает колом и ехать не может, смотри. Давай хотя бы здесь по крыше поедем. О, давай, давай, ускоряемся. Бензинчика еще много. Ай, ускоритель закончился. Угу. Зомбаки, вы меня лучше толкали бы машину, слушай, а в натуре. Точно, зомбаки бы бегали бы, мне машину толкали бы. Нет, они только-только берут и останавливают машинку нашу. Так, а здесь мы ехали вообще хоть раз? Да, ездили. Вот здесь тебе нужно... По этим тоннелям, такие, постоянно вот эти какие-то поезда, какие-то тележки. Какой-то, знаешь, в горной местности, значит. О, все, бензик. Бензик закончился. Да, ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Всем пока-пока.